Привет! В эфире опять Радио Бали. Сегодня мы вам чуть-чуть покажем, как выглядят отели на Бали. Мы поехали с Ларисой прогуляться в Семеньяк. Это на юге Бали. Очень туристическое тусовочное место с кучей дискотек, всяких ивентов и всякого такого. И сняли тут небольшой, ну, можно сказать, номер. Ну вот, я покажу, что он из себя представляет. Это вот такой вот дворик. Сейчас переключу камеру. Вот это вот вход. Ну, вот так вот мы заходим. Тут есть еще второй этаж, но мы на первом этаже живем. Такой дворик с небольшим вроде как садиком. Аутентичными дверями. Напротив у нас там стройка, поэтому все так весело. Вот такой вот. Там даже мини-бар есть. Такая кровать с балдахином. Лебедей мы разобрали полотенечных, уж простите. Вот, довольно неплохой телевизор, если кого-то это интересует. Дальше вот здесь вот внутренний дворик такой забавный. С ванной большой, душем. В классическом стиле, когда под открытым небом душ. Я так понимаю, что в сезон дождей можно принимать душ прямо. Привет. И вот с этой стороны тоже сад. Нам сказали, с видом на сад. Вот. И тут тоже небо. И сейчас мы с Лариской собираемся идти в бассейн. Покажем вам заодно. Возьмешь мне полотенце? Покажем вам заодно, что из себя представляют гостиничные бассейны. Здесь он немножко странно работает, почему-то с... Я ключи, правда, не вижу. Почему-то до 6... До 6 вечера исключительно. Ну и заодно пройдемся немножко по территории, вы глянете, как это вообще все выглядит. Закрывается это все на висячий замок. Да ты закрывай. Вот. Все такое ощущение, как будто вы живете в деревне. Но на самом деле все это далеко, конечно, от того, как выглядит. Балийская деревня. Все это такой туристический вариант. Тут у нас спа. Массаж, ну, примерно раза в 3-4 дороже, чем он был, насколько я помню, в этом самом. В Чандидасе в нашей, да. Ну, посмотрим. Бассейн хоть. Hello. Ну да, вот бассейн. Бассейн вроде неплох. Так что мы сейчас немножко понаслаждаемся перед тем, как возвращаться в свою родную деревню. Ну, на этом, наверное, все на сегодня. Надеюсь, немножко удалось рассказать вам про балийские отельчики. Оставайтесь на связи. Пока-пока.